Дорогие друзья, если вы любите отчаянные рыбацкие путешествия, рыбалку с плота, бейткастинг и здоровенных щук, тогда я вам настоятельно рекомендую заглянуть на канал «Трудовая рыбалка». Друзья, всем доброго времени суток. Сейчас еду по такому достаточно экстремальному маршруту для своей машины. Еду первый раз в это место. Дорога через поле. Ну, благо то, что была сухая погода, поэтому ехать можно. Фу, чтоб не сглазить. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Видимо, ручей, что ли, какой-то был. Да, Лада Гранта едет. Гранта может. А вообще, сегодня мы едем со спиннингом, с плотом, сплавляться по новому маршруту. Смотрите, какие два здоровых ворона. Обалдеть. Больше ворона, раза, наверное, в два. Фу, что это он там? Кто-то там прыгает. Нашел что-то. Че это он прыгает? Дорога, конечно, была не ахти. Но зато, ребят, смотрите, какая удивительная красота меня здесь сегодня ждет. Речка. Можно будет подбрасывать под кустики. Там вон торчат всякие коряшки. О, это прямо кайф. В общем, плот я уже накачал. И ввиду того, что мне надо будет назад возвращаться достаточно далеко, поэтому моя задача сейчас, как говорится, отделить зерна от плевел и отобрать только те приманки, на которые я сегодня буду прям реально рыбачить и ловить, чтобы потом назад по дороге не идти и не тащить большой груз. Все, друзья, ваш ластоногий друг готов к преодолению неизвестного маршрута. Будем надеяться, что сегодня мы возьмем трофей. Ласты я снарядил. Сейчас укладка боевого снаряжения, так скажем. Вот так вот я обычно... Фу, блин, летают тут всякие осы. Так, вот так вот я обычно ложу сапоги, в которых я возвращаюсь. И вот так укладываю гермомешок со всем остальным, что у меня есть. Гермомешок у меня такой липучкой. Так, вот его хрясь. И все, никуда он отсюда уже не денется. Ну и все. А в эти вот карманы из-под сапог я складываю свои бодашки. Все, можно потихонечку отчалять. Так, ну что? Какой кайф. Все, усаживаемся поудобнее, зачехляем шторочку безопасности, полностью я ее застегивать на все карабины не буду, чтобы можно было быстро ее отцепить в случае преодоления каких-нибудь преград и препятствий на нашем пути. Ну и все. Да, еще хотел обратить внимание, если вы правша, то с правой стороны спиннинги не размещайте. То есть только с левой, и один спиннинг у вас будет в руках, а другой спиннинг будет слева, потому что я
недавно сломал спиннинг. Причем дорогой спиннинг сломал. Заказывал на день рождения. Максимус Пульс. Может, кто знает. Ну и, короче, забросил. Другим спиннингом зацепился блесной. И вершинку в четырех местах просто. Все, капец. Я поставил воблерок салмовский, старый, уже столько рыбы на него переловил, даже не помню, как называется. Вот решил им немного покидать. Ну а так буду плыть, смотреть, не знаю, как сегодня будет рыба, активная, неактивная. Будем проверять, будем пробовать. На мульте у меня самодельный стример пока что стоит. Джигл с грузиком, чебурашкой. Вот. Пробую в деле новую приманку. Ну, в общем, порог мы прошли потихонечку. Ничего криминального не было тут. И тут вот заводинки я хочу попробовать прокинуть. Вот должен быть и окунь, и щучка тут должна быть. К сожалению, на этой ямке рыбки пока что не было. Ну или я приманку еще пока не подобрал. Вот. Вот видите, вот как я говорил, вот такие вот кусты нависающие, от них надо держаться подальше. Если под них затянет, то все, там перевернет, переломает все спинги, и вся рыбалка козе под кусты еще и утонуть может. Вот. А подкидать-то под них можно, а рыба под ними может быть. Оп, была поклевка. Хороший тычок был. Видимо, окунь. Ну-ка сейчас попробую воблер туда кинуть. На. Желающих нет. Ну-ка, какая реакция будет на проверенного бойца. Пошла ракета. Ну, все-таки какая тут красота. И река такая, знаете, немного опасная такая. Кайф, короче. Ух ты! Чуть в глаз не прилетел. Так, ну что? У нас тут дубль 2, струя. Сейчас мы по центру выйдем. Все. Аккуратно вышли. Еще даже прокинуть успею. Ну-ка, щука, где ты? Наконец-то клюнула. Я тут к бережку причалил. О, кайф! Да, детка, да! Мощь! Вот она, вот она! Давай, 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 давай! О, ребята, это кайф. Какая красотка, а? Обалдеть. Мощно взяла. Хорошая рыба. О, сколько тут? Ну, килограмм точно есть. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Мощь.
О как! Вот это мощь! О, отлично! Да? Зубастая. Давай! Торпеда, ни хрена себе! Кайф! Просто кайф! Холодновато, ребята, конечно, все-таки плыть в одной футболочке. Пусть из термо, но все равно. Так что я сейчас одену куртку, хлебну горячего чайку. Ну и дальше мы с вами поплывем. Чайку, 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 чайку. Отлично. Кстати, я не помню, кто-то у меня спрашивал. В общем, термос у меня Арктика. Дарил мне отец на 0,7... Нет. Да, вроде 0,75. Вот. В общем, ходит уже, наверное, год третий или четвертый даже, не помню. Попробуем на окуня прокинуть. Сейчас плыву тут около травки, еще пытаюсь откидывать аккуратненько. Но с мультом получается нормально подкидывать. И контролировать полет тоже. А то, что крючок офсет и как бы это спрятано жало. Поэтому получается прям через водоросли все это дело тащить безболезненно. Здесь ничего не цепляю. Нормально. Кто там покушался? Видимо, окуньки небольшие подергивают. Сейчас вот приближаемся к такому месту интересному. Там он вроде кто-то вот гоняет. Вот. И мелкая рыба тоже есть. И ввиду того, что тут как бы людей мало, я думаю, надо попробовать мне поставить, ребята, то, на что я меньше всего рыбачу. А именно блесну. Причем не просто блесну, а такую прям трофейную блесну, я бы даже сказал. В общем, не помню, когда это было. Было это очень давно. Но нашел я на одной из рыбалок вот такой вот ядреный блюфокс номер 5 с поводком прямо. Вот сейчас его и поставлю, сейчас будем проверять. Есть у меня тут еще блесенки, форы с блесны хорошие, ну и мэпсики немножко. Сейчас будем пробовать. Пошло. Ох, и сопротивление у нее такое жесткое. Ну, если поклевка будет, то, наверное, будет прям тресь. Что там такое? Трава, что ли? Бревно поймал. На блюфокс никто не откликнулся. Поэтому пробую с обычным виброхвостом обловить тут все. В общем, потихонечку плыву. Стараюсь облавливать более-менее такие перспективные места. Хотя они тут вообще везде перспективные. Вот. Но пока что поклевок нету. Видимо, как-то рыба все-таки стоит локально. И что-то мне подсказывает, что она
то есть щука держится вблизи скопления белой рыбы. А скопления белой рыбы здесь на реке идут, как правило, после вот таких вот перекатиков. Ага, вот там вот кто-то сыграл сейчас. Вон там, ну, коряшки. Сейчас мы туда тоже подплывем. Эта травка тоже перспективная. Оп, кто-то там. Прямо на падении. Окуньки, наверное. Давай. Чертовски большая щука. Тебя жду. Надо, ребята, перекусить. А то у меня уже живот урчит. Где-то на речке. На островочке. Кушал я бутики с чаем. Из термоса. Легкий перекус у меня. Колбаска. Хлебушек. Красота. Пока ел, увидел то, что тут не лес поплескивается. Но если щука его тут караулит, значит, она может и клюнет. О, ребята, смотрите, нифига тут. Это что такое тут было? Ну-ка. Надо попробовать поменять приманку. Такой виброхвостик. Пока что на пробу. В прошлом году ловил на нее еще. Есть. Это кто? О! Окуняра. Смотрите, какой добрый. Фига себе. Круто, круто. Давай, иди, иди. Загасился. Встал вот тут под камень. Блин, убежала. Сейчас, ребят, прям под кустами проплывал. И прям под кусты подкидывал. И клюнула рыбка. Щучка. Ну, убежала. Эх, кто-то шел. О, есть окунечек. Понятно. Весь под кустами, значит, стоит.
И щука там же. Опа. Клюют в основном небольшие окуньки, но мелкую приманку не ставлю, потому что недавно совсем клюнула щука, такая нормальная, где-то грамм на 600, может чуть побольше, поэтому как бы щука-то она не будет на мелкую приманку хорошо так рот разевать. Вот. Да и окунь как бы особо мелкий тоже не нужен. Поэтому рыбачу на достаточно крупную приманку сейчас. Вот. Есть. О, какой. Ребята, ни хрена себе. Вот это окунь. Окунь так окунь. Вот какой. Взял. Давай. Беги. Из-за кустов. Все как положено. Немного я озяб, поэтому одел курточку снова. Продолжаем плыть, облавливать бережок и другие перспективные местечки. Опа! Вот это, блин, да. Ребята, нифига себе. Вот это акушара. Какой классный. Я говорю, под этими кустами много рыб. Под этими кустами много рыбы. Давай. Давай. Клево. Опа! Самой поверхности взял. Ты смотри-ка еще. Ух ты. Еще один небольшой перекатик. Опа! Есть! Я знал, что он тут есть. Окунь крупный. Хороший. Как взял-то сразу. Они тут стоят. Горбачёва. Ну так, образно. Иди.
чем мне нравится на сплаве рыбачить, это то, что такие места, ну, куда достаточно трудно подъехать. Можно, но трудно. И поэтому такой достаточно большой процент акватории остается все-таки нетронутым. И поэтому можно спокойненько плыть вот так вот, подкидывать под кустики. Вот. Ловить рыбку, свое удовольствие, наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и просто убегать от городской суеты куда-то далеко, в дикую природу. Кайф. Одно слово. Кайф. Вот это, ребята, красотка. Эх, убежала. Ну ладно. Опа, есть, ребята, клюнула рыба. Блин, что за рыба? Хорошая. Ух ты, щука. Вот так. Опа. Есть контакт. Сейчас. Небольшая. Вот так. Тихо. Где-то может. Вот такая грамм. 400. Где-то. Беги. Дорогие друзья, вот и подошла к завершению наша сегодняшняя отличная, я считаю, рыбалка. Поймали мы щук, поадреналинили немного, поймали парочку хороших окуней. Значит, из приманок то, что работало, вы сегодня все видели. Я отдохнул душой, прям очень хорошо. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы точно так же, как и я, немного отдохнули. Ну, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик там внизу, чтобы не пропускать следующие выпуски. И у меня на этом все. Всем пока.
Thank you.